Старт общему праздничному шествию был дан в начале 10-го. На центральной площади города к этому времени сформировались многочисленные колонны харцизских промышленных и коммунальных предприятий, бюджетных организаций и учреждений, школьников и студентов, военнослужащих и воинов-интернационалистов. Утро 9 мая, несмотря на весьма пессимистичный прогноз синоптиков, выдалось в Харцизке вовсе не хмурым, а по-настоящему весенним, теплым и солнечным. На площади Ленина харцизяне собирались, как всегда, целыми семьями. Тем, кому еще только предстоит пойти в школу, как, например, малышки Эли, старшие рассказывали, чем значима для нашего народа дата 9 мая. Когда люди празднуют праздник. А какой праздник? День Победы! Букеты сирени, яркие шары, праздничные флажки, транспаранты с фронтовым лозунгом «На Берлин» или простыми, но емкими словами «Горжусь, помню, ценю», адресованными героям Великой Отечественной. И, конечно, неотъемлемый атрибут Победного мая – георгиевские ленты. Настроение, конечно, очень хорошее, очень много людей, теплая атмосфера. И в душе у нас действительно царит гордость за наших прадедов, которые воевали за нас. За то, что они нам дали мирное небо над головой. Хотелось бы, чтобы и сейчас у нас наступило такое же мирное время. Чтобы наши ребята, которые воюют на сегодняшний день, тоже ними восхищались будущие поколения. Чтобы они остались в памяти. Праздник этот, конечно же, это и традиция, поколений. Его забывать нельзя, потому что в связи с событиями, которые сейчас происходят, очень многие... История меняется, память стирается, ветеранов становится с каждым годом все меньше, поэтому всех с праздником. Это праздник очень большой, очень такой, один из самых главных в году. Отдать дань уважения тем, кто погиб, как бы, я думаю, ну, должен каждый гражданин. И детей также приучить к этому, то есть, чтобы помнили, ну, своих дедов и всех остальных. Для нас это день действительно вот памяти наших дедушек. Это большая гордость. Это солнце, это мир, это праздник Великой Победы. Поэтому всех с большим праздником с этим. В нашей семье вот есть традиция, мы приходим 9 мая, потом, конечно, за семейный стол садимся. Ну, вот так, чтим, любим, помним. Женский коллектив Харцизского тир-центра на праздник Победы, как всегда, прибыл в полном составе. Приехал сюда из Угрес, из Зуевка, и Горная приехали. Этот праздник святой для нас. В этот праздник мы собираемся все. Чем дальше от 45-го, тем чувства обостряются намного. И воспринимаешь это совсем уже по-другому, потому что мы прошли все это в 2014 году. Участие в праздничном шествии приняли тысячи харцизян, в колоннах, которым, казалось, не будет конца, маршировали сотрудники администрации, работники сферы образования и здравоохранения, различных управлений, учреждений, организаций, промышленных и коммунальных предприятий города. Мы представляем предприятие ГК «Донбассгаз», Харцизское управление. Мы вышли всем составом, семьями, со своими детками, почтить память наших героев нашей Великой Отечественной войны. Мы очень гордимся, что мы их предки, и всегда, каждый год выходим обязательно почтить такой великий праздник 9 мая, День Победы. День Победы – это праздник общенародный, это память наших дедов, прадедов, которые погибли, защищая нашу родину от фашистского нечисти. И поэтому надо всем выходить на этот праздник 9 мая. Нечего сидеть дома возле телевизора. А скажите, пожалуйста, вы сегодня в колонии пройдете, да? Обязательно. Обязательно в колонии вместе со всеми, с нашей родной теплосетью. Настроение замечательно, просто прекрасно. У меня как бы и бабушка, и дедушка воевали, именно прошли эту войну. Спасибо им. Ну и спасибо вообще всем. Именно ветеранам, которые воевали в Великой Отечественной войне. Предприятие наше как бы именно практически все вышло на 80% для того, чтобы почтить память именно, ну, ветеранам Великой Отечественной войны. Уверенным строевым шагом шествие возглавили сотрудники горвоенкомата. А вместе с ними военнослужащие армии ДНР, казаки, члены общественной организации «Союз боевое братство». От площади Ленина харцизяне прошли по Октябрьской и переулку Николенко к Вечному огню.